Всем привет! Сегодня попробовал новое упражнение, новое, возможно, для себя. Упражнение для тренировки щипкового хвата. Называется переброс плоского блина 20-килограммового строительного разноса через перекладину. Сейчас покажу, как оно выглядит. С двадцаткой получается более-менее легко, можно либо отходить дальше от перекладины, либо увеличивать вес. Ну, веса у меня есть разные. Вот такое хорошее упражнение, рекомендую делать, у кого есть возможность. Всем успехов, тренируйтесь и без травм.